Добрый день, дорогие мои! Я сегодня решила готовить джингялов хац на тандыре. Тандыр уже топится. Делим все помыто, сушим. Тесто уже готовили. Сейчас будем начинать, дорогие мои. Вы знаете, на плиту и на печку, да, обычного плиту, все везде делать. Я делаю для вас особый, который можно в тандыре делать. Дровами топим. Это нечто необычное. А я делаю все для вас с любовью и искренне настоящим. По-карабахски скажи. Угадайте, этот хандыр вы знаете? Да. По-карабахски. Сегодня главную роль играет моя подруга из Карабаха. Она живет в Москве, но родом из Карабаха. Что делаешь, моя красавица? Я тандыри, знаменитый русско-кавказ тандыри, печем лаваш. Смотрите, какая она мраморная, лицо у нее. Но она тандырь топит. Да, вы посмотрите, какая. Я вспоминала сегодня Мермец Мамаин. Она говорит, экелем горостуна. Девочки, вы не представляете, как она принимает. Это вообще... Вот это дымок. Дымок? Давай, тихонечко. Нажми. Отлично. Давай. Эти горчаны растут. Давай, не бойся. Смотри. Вот это дымок. Ресница моя опять это будет. Сгори. Мам, может, ты не будешь туда этого? Бабушка тандыр топит, а вы посмотрите, кто мне в гости пришел. Посмотрите, как колхозы нахага. Смотрите. Работник колхоза, да? Смотрите. Это начальник колхоза, да, мам? Это президент колхоза. Это я не знаю, как его звать, я не умираю. Президент. Помощница. Смотрите. Мы решили с моей подругой, раз она у меня в гости, немножко поминать свою, ну, раньше же все мы делали. Она у меня из Карабаха рода. Она очень хорошо готовит джингялов хац. Поверьте меня, я здесь учила в Пятигорске джингялов хац. А мне никто не показал. А мне это будет и урок, и мастер-класс. И как раз и для вас, и для нас это будет очень шикарно. Уже мы начали нарезать зелень. Смотрите, какая шикарно. А заодно я решила делать пахлава в тандыре. Раз уже тандыр готовый, мы сегодня мясо не будем готовить. Решили делать пахлаву. У нас, смотрите, орех готово. Сейчас буду мелкий-мелкий порезать. Как зелень. Видите, как зелень режется моя подруга? Смотрите, как она красиво делает. И будем готовить и джингялов хац, канца, и пахлава, и еще армянский слоеный гату. Между прочим, у нее дома и наверху, и внизу несколько холодильников, там полно крупочки. Она узнала, что я люблю гату в тандыре, пахлаву в тандыре. Она сегодня, я только что узнала, что еще будет пахлаву и гату. Специально для меня. Спасибо, дорогая. Что они сделают для моих гостей? Спасибо. Моей горе. Тартиш не рассеваться. Хрустали кирверы. Тата и накара царевину сортину токе ридверы. У нас рабочая обстановка. А Руся смотрит за генералом. Он кушает. Тут девочки работают. Сейчас нарезали орешки. Что, время дорого для нас. Поэтому подруга нам учила. Чем больше подруга имеешь хороший, тем лучше для себя. У меня бабушка всегда сказала, до конца жизни женщина должна каждый день что-то учить. Сейчас я открою, и вы увидите. Смотрите. И масло еще выходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это бомба. Это сколько времени я бы это резала? Совершенно верно. Берем вот так вот еще. Вот. Раз, два, три, четыре. Вот такой. Пять. Воздух снимали и завернули. Второй еще сделаем. Чтобы было безопасно, да, как тоненький. Вот так. А вот это вот так
и будем катать. Сильно мелкий тоже нехорошо. Я хочу, когда хард-хард-хард чуть-чуть делается. Понимаете, да, как я говорю? Чуть-чуть, чтобы чувствуете под зубами. Еще и масло выходит. Прям какое-то вообще шикарно. Мы мешаем, чтобы все равномерно было. Дорогие мои, теперь делаем шарики на жингалов хац. Зелень уже готова. Крышка не закрываем. Тесто уже вот начинаем работать. Делаем сейчас маленькие шарики на жингалов хац. Тандыр уже готова, железка уже горячая. Покажи, Светы. Вот такой жингалов хац. А уже здесь небольшие шарики. Это надо меньше ладона. Вот, смотрите, собиралась. Еще собираю отсюда, соединяю. Я вот это маленький. Никогда я дитя. Ну, это не секрет и не стыдно, что я не знаю, потому что я не видела, потому что мои родители не делали такого. Чечила? Да, ну так. Смотрите, жопка, попка. Вот берем обычно и вот так крутим. Не только играем, а собираем. Ага. Собираем, собираем. Раз, крутили. Ага. Чуть-чуть больше. Вот так резала. Попка, жопка. Жопка, попка. Вот так. Вы знаете, да, сейчас жарко, лето. Немножко и сложно. Не каждый захочет трудиться так. А все делаем для вас и для нас, дорогие мои. Красота. Я Аруса. Кухня. Хозяйничаю. Какой печка, девочки мои. Будем печь сейчас жангелов хлеб. Арус мне научит лаваши печь. И бокон. Сейчас будем почистить железку с маслом. И чтобы красиво жарилось. И было очень вкусно. Kardinaga sen şeyin anam, farat senin mi? Nay sen. Vur kovide ça, barakal ni, nay. Ne sekizenç, ben sovurum. Mi banel? Mi banel yes sovurum. Ben sovurum. Ato yesem sovurum. Nay, kovide bon cestanı. İnka pati minçe ver cestanı. Mikser bati. Esa tapenk tanım. Şat alur peçi. Du şat esal. Enşi şat anes, enşi taptas. Ha, juvaras. Aha, spasi. Aha, ay şey, ay. Ay şey, kaşı, ay şey, misal kamta. Sen ama es nayır, sen ama es nayır. Ali, duara. Nayır, temiz unsa hanım, nayır. Kanaçıydı, ana master, umnica, tak делает зелень чисто, что я научилась даже. Вот так размешаем со специями и добавляем сюда. Смотрите, какая классная. Бол-бол. У нас бол-бол все должна вот такая шикарная. Вот так вот берем отсюда. Да, вот так, вот так. Потом. Щипнем. Не сильно, у меня ногти немножко мешают, но человек, когда старается, и ногти не будет мешать. Вот так. Потом вот так делаем. Я научила. Тоже. Вот так берем. Ой, как красиво. Молодец. Карабахцинер тащина. Вот так. И туда. Вот такой красивый.
форма шикарная. Вот, посмотрите. Это настоящий жингялоу хац, который печется в тандыре, на дровах, да? Вот это настоящий. А на печке, в газовой плите, да, все можно делать, даже и зимой можно делать, в квартире тоже. Но это считается самый искренний, самый настоящий, который мы делаем для вас. И получайте это нечто необычное и вкусное. Пожалуйста, к нам в гости. А здесь делюмейс, най. Здесь фарацинумейс. Веди как чунейс. Най, погоди, най, фарацинумейс. Инка пати фара. Вот здесь фарацинумейс. Най, айсе. Эстеры таку, инка, ян фарацинумейс. Инка пати фара. А, здесь хоморит зары так, кома шаджумейс. Погоди сам. Мештеры инка и так, так бацуно. По краям. И всегда она получается. Края, когда делаешь, она получается. И ровно. Середина по-любому открывается. Соль, красный перец, черный перец и подсолнечное масло, да? Да, и делаем всегда свежий. Да, да, потому вот. Что когда солишь, вода это. Пускай это Наира воды. Каждый день делает. Я уже как Наира печет, я. Наверное, 5-6 лет это не сделала. Ну, видишь как. Раньше так много сделала. Последний раз Дубай пекла. Дубай, который нету зелени, на человек о, захочет. Да. Хотели все, все, что было, сделали из этого. Смотрите, как красиво. Смотрите, как варится. Если уже она чистит, ой, мам, посмотри, как он надувается. А это должна надуваться. Красиво. Нормально это. Класс. Я первый раз вижу, что так надувает. Красиво. А какой запах, девочки? Сделай, тям. На, можно шпаки. Угу. Классно. На, кто это есть? Давай. Ага. Выкиш кашеньку. Эне. Ай, ты так поставил. Спасибо. Где, ну, такое вкуснятина. Масло сверху. Такое. Чисто сделаем. Вот такой красивый. Сейчас будем открывать. Вот так. Видите, как ровненький. Красивый. Все открыли. Берем. Вот это все. Муки убираем. Вот так. Вставляем. Берем вот такой тазик. Смотрите, берем зелень, все делаем, все свежее. Один раз, вот так, вот это на раз хватит. Раз, два, три. Смотрите, добавляем чуть-чуть соль. Вот, паприка. На глаз. Добавляем черный перец. Добавляем масло. И начинаем мешать. Смотрите, чтобы это было всегда свежее. И чтобы воду не пустила. И вот сейчас мы добавляем сюда. Хорошо размешаем. Угу. Познакомились все. И вот, вот с таким видом. Смотрите, как красиво. И вот отсюда начинаем лепить. Смотрите, каталка берем и вот так чуть-чуть каталкой вот так идем, тоненький, чтобы было равномерно. Все, идет в тандыре. Красота! Красиво, очень. Посмотрите, какая красота, с любовью, дорогие мои. А как она вкусная!
передать невозможно. Посмотрите, какая красота у нас получается. Смотрите, вот так мы ставим сюда. Смотрите, масло берем и обязательно маслом вот так, чтобы она была вот такая вкуснятина. Куда без масла нам хлебушка горяченький. Армен, давай, угощайся, бабушка. Слушай, необычно вкусно. Нифига себе, что это за трава-то? Бомба. Блин, ну клянусь, вкус необычный. Конечно. Это настоящий. Так. Але во комите есть нечем, а если порционерди, Давид, смотрите, как красиво. А это у нас вот такая, не обратили внимания, катали его и сгорело. Ну ничего страшного. Это не горело, это самое вкусное. Красота такая. Это последний? Да. А эти сирум, ох, камнем сирум камнем. Да. Правда, красота. Последний. Как в аптеке. Здесь печем, здесь не хватает. Кушаем. Вот это самый кайф, девочки мои. Посмотрите, как я умею уже быстро делать. Представляете? Шикарно. Вай, какая красота. Вот какая красота. Спасибо тебе, Арусь. Да, моя красавица. Это тебе без масла. Без масла. Ты же сказала, я. Вот смотрите, как красиво. Чем дальше, тем лучше становится. Это значит, опыт набираем. Не просто так говорить. И печка грелся хорошо. И печка стала такой. И смотрите, какое чудо. Армен мой ел, говорит, то, что мы покупаем, это все фигня. Дорогие мои, вот это у нас последний. Хочу вам сказать, мы удачно пекли жангяловхат. И у нас чем дальше, тем лучше получилось. Самое главное, с любовью, дорогие мои. Сейчас делаем боконик. И несколько штук для моей лавуры лаваши. Можно так? Да. Спасибо тебе. Че? А вот это зачем она? Потому что я на воздухе, я так не сделала. Вот делай. Вот это я уберу, ты делай. Да. Сава там. Вот что хорошо. Да. Не торопись, печка горячая. Классно. Вот, 6 штук сделаем, хватит. Нормально? А ну-ка, давай, доставай. Мастер-класс нормально? Да, блин. Все, начинаем лаваши печь. Уже почистили, поблистили. Как у нас пепель села. Сейчас прям лаваши печем, прям настоящий. И руки вот такой попробуем. Как красиво. Ари, я саду или тортели. Это просто шедевр будет. Видите? У меня сегодня гости из Москвы. Она у меня карабахская. Но она очень у меня хорошая. Света, смотри. Вот, смотрите. А еще и голенькая. Она вот там надувается, не отвалится? Нет, не отвалится. Смотри, как красиво. Очень. Я не понимаю, где музыка? Музыка уже, мы так сколько много печем, уже стала привычка, дорогие мои. Так что все делаем с любовью. Если... Вы посмотрите, Свет, покажи, какой лаваш. Вы видите, что это такое? Это армянский традиционный лаваш, который мы делаем почти каждую неделю. Гости придут, делаем, не придут, делаем. Вот смотрите,
Вот это знак такой, что у меня гости просто не то, что хорошие, просто душевные. Тоже вот так мы всегда проверяем. И посмотрите, какая тесто. Ленуля, иди посмотри, какая тесто твоя мама готовила. Лена, иди посмотри, а я какая делаю. Смотри, дочь, смотри. Ты посмотри. Иди сюда, это для тебя я это тесто делала. Что проверять тебе, какая ты. Какая я? Вот такая ты хорошая. Боже мой, ну как не сказать. Это глаз сделаем, чтобы чара хапами. Смотрите. Дай, пойду я сниму свечи. Смотрите. Моя гостья тоже хочет печь. Давай, ты это делала? Мочила? Нет. Цвета делай. Подожди, арабская моя девочка. А если цельку надо точить? А. Только нет, нет. Один там, два. Вот ты. Так, мигатэ. Все, научу, учу. Это мастер-класс. Ах, чьи, ворангни света, инс банчанек спать. Ай, клика, ворангни. А я посмотрю, хозяйку. Хотели горелый хлеб? Вот. Это вам урок, что девочки, не каждому это дано. Это сложно. Я сама и пеку, и готовлю. Но это... Ой, баурала. По-карабахски, как говорят, кутана или как? Кутана яйки. А где лаваш? Лаваш чуть. Ничего, Лена, катай. Юрий, Чиганок, внимательно смотри. Смотрите, дорогие. Если мои. Не хочешь, что я билет поменяла, научилась, ты сегодня. Мы поменяем. Билет поменяем. Джана моя. Смотрите, какие лаваши, а какая тесто. Я тесто делала проверять Лауры. Вот смотрите, какая чудо просто. Моя невестка будет лаваши печь. Сегодня у нас делаем мастер-класс. У Лауры лаваш получила путь. Что это? Так, теперь моя невестка. Русская невестка печет армянский лаваш. Внизу. Чё, сила нету, что ли, я тебе? Чем кормлю? Бей! Война! Нет, уже все, она хватила. Видите, она же старается. Даже у карабахских не упала, у русских осталось. Света, смотри, как красиво. Зато карабахский печет жангел необычно. Видишь, какая у нас друзья. Такая дружная. И ереванская, и гаястанская, и эчмиадзийская, и русская невестка, и карабахские подруги. Лена у меня вообще в Зеленокумске родила. Смотрите, чисто настоящая армянка. А вот и, пожалуйста, моя невестка пекла. Конечно. Пускай, хорошо, что мне это. Надо бить, не жалеть. Как красиво свеча. Так, Арабаса не успокоится. Смотрите, что она делает. Она говорит, я умру, если не пеку. Лаура, с этой стороны. Лаур, во рассказывай. Нет. Хочу спаси, ура. Хочу спаси. Эсси она. А то так, как ко мне, вели вече. Все, иди, Лаурочка. Тут же рассадцами. Вот так, иди. Вот оставить хаксера и с этой стороны. Да. Лавджерелес, хамкаш, чем да, да, только хорошо бей, чтобы она... Хорошо, вот сюда. Не торопись. Держи, вот, хватит. Бей! Лаур, все. Это мой лаваш. Смотрите, какой лаваш моя русская невестка пекла. Пример всех армянских девочек. Надо учить и стараться. Никогда не говорить, не получится. А вот это карабахская. Но она моя хорошая очень. Смотри, какое тесто. А вы думаете, у меня жангел сразу получилось? Ну, когда не получать, я что, дура, что показать? Не показывает. Здесь два. Вот такое. Это свет с этой стороны. Надо ручку дать.
Видите, как бьют? Это профессионал. Ари? Мамджан, у тебя тоже так видишь, отрывается, видишь? Хотя но ты хорошо била. Бью, она держится. А я сильный, чем бью. Вот так, вот так, чуть-чуть, вот так. Вот ничего страшного. Она сейчас такой боком получится, какой гату получится. Ладно, лаваш не получилось, зато боком получится. Боком получится, и у нас гату сейчас будет. Да, гату даже не обсуждаем. Это годы тренировок. Из 7 лет я сделала. Вы хотите, чтобы у меня не получилось? Здесь еще фишка какая, голенькая рука. Вы это понимаете? Какая температура, что печем лаваши. А я пеку спокойно лаваши. Угу. А теперь на возьми камеру и покажи мою руку. Вот один раз человек ударил. Ничего не видно, где? Вот это. Скажи, один Боже раз. Мой. Один раз, один ударила, раз моя невестка угиряла. Как ты печешь столько? Боже мой, а что ты молчала, даже не говоришь? А не больно, мам, ты же знаешь, у меня вот тонкая шкура просто. Я хочу вопрос задать. Как? Ну вот такой человек я, девочка. Да, мы. Я уникальная. Знаю. Уникальная. Так у нас кто говорила? Андрей Малахов. Говорит, уникальная женщина. Ай, какая смотрите, красота. Какая красота. Вы посмотрите. Спокойная. С любовью, дорогие мои. Какие лаваши. Лаурита, ты виновата. Все. Погода такая приятная. Погода хорошая. Лаваш хороший. Погода. Свет, покажи. Какие волдыристые, дорогие мои. Посмотрите. Вы представляете? Красота. Прелесть. Класс. Класс! Теперь печем. Боконики. Боконики печем. Моя подруга не любит такое хлеба, который в магазине, да, печем. Она любит не тесто, как сказать, чтобы немножко сухой. Хрустящий. Хорошо, да. У меня лаваш не получилось, я не могла. Вот тетя Ара, смотри, как сейчас. Вот тетя Ара, смотри, тетя Ара. Там есть лаваш? Это чем карахов хемасмес, да? Ух ты! Сейчас я вылить, Андрес. Ух ты! Да, конечно, Яша, я в следующий раз придешь. Смотри, вот это черное, твоя мама пекла лаваш. Делаем все разные. Красота. Это а грузины делают такое. С пиклюшками. Света, представляешь, как твоя свекруха делает все разные. Красота. Сколько там еще свеча? Это кольцо Сатурна. Ты представляешь? Helena, I can cheat in Kanam, eh, Helena? Вы видите, что мы творимся, а? Вы видите, что творится? В
тандыре все хлеб разновидности. Я еще когда сниму, покажу. Но сейчас, Света, покажи потихонечку. Раз, два, три. Это... А этот уже покраснел. Смотрите, сейчас я тебе скажу, что это знак. Это знак, что ваш Арус-Кавказ не выбирает армянский хлеб, грузинский хлеб, американский, итальянский. Это для меня роль не играет. Из одного теста делаем, какие вы хотите. Это мир по всему миру. Это вам пример. Это вам пример, что никогда не говорите. Это наше блюдо, это ваше. Так что можно делать все, что хотите. Главное, с любовью, дорогие мои. Смотрите, пока я с вами общалась, дорогие мои, уже первая пошла. Это чисто армянская. Хаястанский. Покажи, Джана моя. Вачу-чу-тови. Вот посмотрите, сколько видов мы пекли. Хлеб вечность. Да. Посмотри, как красиво. Сейчас крышку закроем, она еще румяночки будет. Все, что хотите, наша фантазия в наших руках. Ой, вот красиво. Ой, какая красивая. Красота. Это самый сладкий, самый вкусный был. Вот. Красота. А что так, бабуль, во рту тает прям. Я знаю. Ой, какая красота пошла в тандыре. Шох-шохун, го-харес, го-харесим ярнес. Лай-лай-лай, шох-шохун, го-харес, го-харесим ярнес. Все! Чудо, Боже мой, я не знаю. Снимали уже, у нас готов открыто. Вы посмотрите, вот эти открыли как книга. А эти на мусовахчик. А это с орехом. Вы посмотрите, как они поднялись. Это просто чудо, чудо. Сегодня аж сколько вы напекли, девочки? Какие вы молодцы. Ну, правда. Ваши я пекла. Бокони она пекла, гату тоже тесто, она все шикарно. Хочу, Аруса, тебе большое спасибо сказать. Давно я такое удовольствие не получила. Моя девочка. Но я всего лишь здесь 3 дня, но у меня такое ощущение, что я целый месяц на отдыхе. Это хорошо. Мы сегодня столько всего успели, и в ванну, и... Радованный ванна. Да, и пекли, и вообще, и приготовили. Эгелес дарт хорет туна. Вай, чек по операциям. Если сказать, Арус хорошая, это значит ничего не сказать. Я билет, она у меня поменяла. Она вообще не отпускает. У меня там чемодан полный, я не знаю, так, что писала. Так, нас хорошо. Это, вы не представляете, какой Дубай, какой Швейцария. Надо приехать, иди, Нет, она свою не говорю, какой с любовью она приехала. С цветами, подарки, надо, шикарно. Не надо. Нечто вот необычное. Это... Она думает, это просто так. Вот тебе отвечаю. Это просто так не купишь. Это никакими деньгами не купишь. Такие лаваши. А лаваши с сердечком. Вы посмотрите. Посмотрите, какая сердечко. Посмотри, какая с любовью. Да, в общем, я такой... Я вспоминала мою бабушку, мать с мамой сегодня. Да, вообще. Спасибо тебе, дорогая. Да, дай Бог тебе здоровья. Сегодня мы герои. Вот и все, дорогие мои. Посмотрите, целый день сколько мы пекли. И женьгяловхат. И балконик, и чембур, и гата, и лаваш армянский тоненький. Это не так просто, это труд ценится. Спасибо вам огромное за просмотр. Спасибо нашим гостям. Это все делали, Лаура, для тебя. Спасибо, ты моя дорогая. А это так хочу фотографировать. Давай.